Здравствуйте, с вами Олег, и вы на канале Олега G Games. Мы продолжаем игру Grim Dawn. Так, мы в этом гребаном подземелье, пещера кого-то там уховерток. Сейчас мы им тут уши явно навертим. Так, нормально мы тут посекли, а? Ну-ка, подруги. Тут и главарь по-любому должен какой-то быть. Так, нормально. Так, понятно, что здесь тупик. Хочу обойти и сначала посмотреть, что здесь. Здесь. А, я таки понял, что тут какая-то. Блять, еще один спуск не стал. Вы че, на приколе? Нормально здесь эти подземелья нахреначены. Так, это все будем продавать. Вот что значит оборона. Так, что-то мигало я видел. Так, что еще есть? Тут ничего. Всех положили. Так, чувствую, сейчас придется возвращаться. Да, сейчас спустимся еще ниже, посмотрим, что там. Бля, здесь же можно было подняться наверх. Вот, я нашел этот спуск. Так, что же дальше нас ожидает? Ух ты, блин, пещера чего? Пропавших. Это уже звучит очень печально. Skill's not ready. Есть. Фу, шатал. Эту самую опасную козу. Тут мы и качнемся. Так, кстати, мы тут даже не добавили себе искусность. Давайте глянем, что с этой стороны. Да, тут было жарковато, кстати.
в этой пещерке уже. Ой, там тотемщик еще, я вижу, есть. Так, а ну вернемся сначала, вот тут тотем откроем. Мне кажется, что там тупик должен будет быть. Сейчас проверим. Привет, ребята. Ага, там даже мы на ту сторону сможем перейти. Понял. Давайте начнем, конечно. Так, защиту я поставил. Какие-то шкары нашли, блин. Так, нормально мы. Так, тут прошли. Это мы берем. Это сюда. Так, больше вроде ничего такого. Так, ух, погибель. Набор называется «Кража погибели». 318. Какой уровень? 40-й. Шикарно, шикарно, шикарно. Тело сожжение, здоровье, навык атаки, броня, завершение, завершение, ответ на удар кислотой. Так, все это мы берем, я их потом напялю на себя. О, клык шторма. Это не то. Не знаю, как там что, но надо как-то это все расставить правильно, я так думаю. Это у нас опять получается какой-то бардак. О, теперь нормально. Так как я люблю. Так, ну давайте дальше. Ой, подождите, а набожность, может, у нас там появилась уже? А ну-ка. Есть, одно очко. Я как раз там щит прокачивать хочу. Да. Общего ответного урона. Конечно, да. Ой, тут прикольно. Блокировать урон будем как сумасшедшие. Вот тогда я буду рвать. Ой, это какой-то главарь даже. Давай, малыш. Удиви меня. 44-й уровень. Пошел в жопу. Древнее сердце какое-то вон нашли. Да, не зря я сюда прошел и прокачался, и всякие шняги понаходил. Так, скоро опять уже некуда это все ставить. Опа-па. Даже не знаю, честно. Вот этот будет получше, наверное, да? Первобытное кольцо, это где? Вот, я потом поменяю на этом. Так, давайте телепортнемся, сразу это сделаем. Так.
быренько все продаем. Уже какие-то денежки появляются. Говно. Знак стихии тоже говно. Тут ничего. Тоже говно. Так, давайте теперь это колечко расчехлим себе. Так, я там видел, что на амулеты, по-моему, есть получше у нас какие-то собранные артефакты. Давайте сейчас глянем, что там бы оптимально для нас сделать. Камень разлома какой-то, не знаю, что это, куда его даже втыкнуть. Расколотый магнит. Нам бы расширить инвентарь было бы неплохо. Так, хорошо. Так, вот это для чего? Для обуви. Я понял. Что у нас тут еще есть толковое? Физического урона 16 к атаке. Неплохо. Так, здоровье, восстановление здоровья, сопротивляемость урону здоровья. Тоже неплохо. Что-то я разделил их так. Непонятно, да? Вот так сделаем. Так, дальше. Так, что у нас тут еще есть? Для перчаток. Вот это неплохое. А у нас было физический урон, да? Вот так вот сделаем. Так, 4600 здоровья, это не шуточки. Сейчас пойдем всех нагибать. Мы уже и так столько главарей перебили. Эти угодья в натуре какие-то, блядь, бесконечные. Так, но мне почему-то кажется, что это уже все. Да, это уже все. Так, теперь мы вот сюда возвращаемся. Сейчас пойдем куда-нибудь подальше. Ух, тут, блять, а есть хороший шмат сапать. Опа, а эти откуда здесь взялись? Что, я не убил их, что ли? Забираем. Тут какое-то говно целебное. Так, тут я никого... Ах ты, бля, есть кто-то. Да, этот кусочек я не открывал. Потом мы здесь какие-то злодеи такие остались. Так, ну а тут мы сейчас вверх будем идти. Я хочу как раз эти угодья закончить уже. Чтобы перейти на новую локацию. Ну, я не знаю, до портала или я доберусь, но стараться надо. Максимально больше пройти карту, бить побольше рыл, прокачнуться.
Как я тут иду? Ага, все, я уже вышел туда, куда я хотел. Так, где-то здесь проход есть. Отлично, все. Так, ну что, продолжим наше путешествие здесь. Блять, не пройти здесь, да? Обидно. Ух ты, блядь, все просто умирают, блядь. Не отходя от кассы. А это что за пещера? Блядь, что-то мне причуйка какая-то, что это... Что я уже там был в этой пещере? Так, тут никого. А вот здесь, наверное, уже начинается, да, поле жуткой жатвы. Ничего, так сейчас будем зачищать. Так, можем сюда пойти. Блин, то тут реально есть где шастать. Так, сейчас тут все сначала обойдем. Так, и тут еще какой-то шмат. Нет, давайте сначала как-то, блин, тут поэтапно это все открывать, потому что реально тут я пропустил хороший кусок территории. Тут зачистил. Кинули на защиту, теперь нам явно никто тут ничего не сделает. Ух ты, здесь прям кострище такое разожгли. Какая-то халупа. Тут тоже сзади приныкали. Чуть потемнело, блин. Типа ночь настала, да? О, прям колдуны.
такие звуки издают смешные. Так, да, здесь можно теперь проверить, что есть. О, домик. И какое-то несчастье за мной уже идет. Без этого же никак. Так, тут ничего, а вот здесь мы вот как раз и пройдемся вот так вот. Хорошо. Кто там еще стрелял? Будем надеяться, что эти, блин, жатва не такая большая, как угодье. Мы сейчас быстренько это все здесь пройдем. Да, есть какая-то там. Туда попасть еще, блин, на ту территорию. Сейчас приходится обходить. Ага, все, я понял. Блять, у нас этого хлама уже немерено. Так, а здесь поля опять эти электрические. Эфирные или как они там идут? Так, вот здесь нам надо наверх как раз. Опа, какие-то ребята в клетке. Так, что там? Сквозь клетку перехерячу их сейчас. Это взяли. Реально, сидят в этих, блядь, клетках, потом вылазят на меня. О, еще одни. Редкий тяжелый нагрудник. Кстати, я заметил, неплохие вещи выпадают. Взяли. Так, заборчик. Кристаллы, кстати, пригодятся еще. Ой, блядь, что это за несчастье? Давай, что с тобой делать?
Да, чувак, не пережил со мной эту встречу. Да, убили мы, да, там какого-то или нет? Да, вернитесь к капитану, да-да-да. Так, тут ничего. Да, все получается. Эту территорию мы зачистили. Кто бы мог подумать. Да, здоровая была херотень. Да, и ничего не пропустили. Так, ага, потом у нас в эту сторону есть дорога. Это бы только одну часть всего лишь. There was much commotion. I see your reputation as well. My scouts have reported back from the. Так, дали нам опыта, дали задание. Какие-то книжули там есть. Just the person I'm looking. There are two other groups of. С послами. The one you call. Так, вроде больше тут никто ничего не хочет, да? Нагрудник, смотрите какой. Так, это сюда. Нагрудник красивый, но у нас получше явно. Так, это редкая херотень. Ну да, это все можно, в принципе. Ого, какие наплечники уже есть. Так, давайте продавать это все. Так, все, попродавали. Ну, давайте в следующем видео уже продолжим. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.